Здравствуйте, дорогие друзья. Не удивляйтесь, я вас привез снова на барахолку. Вон она. Но для тех, кто скажет, ну мы уже здесь были. Правильно, мы здесь были. А дело в том, что я буду совершенно коротко. Я сегодня хочу сделать для вас небольшое путешествие. А заодно заехал вот сюда. Мне нужны крынки, ребят. Какие-то горшки такие керамические, да, для съемки тыков. Тыквенных натюрмортов и так далее. Поэтому я остановлюсь только там и покажу вам, где я найду. Хорошо? Договорились? А потом поедем. Не могу удержаться, чтобы вам не показать. Вот книги старые для натюрмортов великолепные. Но у меня есть. Васкоса Тибиха. Хундартванцих. Там это собрание за 120 евро. Окей. Нам, конечно, не по зубам с нашими 10 евро. Вот, кстати, декорация для тыквенного праздника. Вот и тыквочки, и маленькие есть, и большие есть, и всякие. Но проблемка в том, что они искусственные, а я искусственные не хочу фотографировать. Вот здесь я купил. Женщина ищет теперь какой-нибудь пакет. Для нас. Дай. Комлич. Ты в Артебесте. На гуд. Какие это зовут? Танки еще. Чус. Так, это мы забрали. Я по всему рынку пооставлял. И чтобы не таскать с собой. А сейчас я иду собирать свои кувшинчики, и потом мы с вами поедем. Здесь мы купили, сейчас нам принесут кулечки, потом покажу все в разобранном виде. Вот такой улов у нас, видите, то есть вот это мне нравится очень, стоило 3 евро, вот эти три, вернее, вот этот желтый кувшинчик для сока и 6 кружечек тоже 3. И это 3. То есть за 9 евро я набрал теперь комплект, спокойно могу снимать свои эти самые тыквочки. Все, теперь поехали туда, куда мы собирались. Итак, дорогие друзья, с этой знакомой вам уже развилки. Тут несколько раз мы были, на которой стоит столб за 1 000 000 евро, красный большой. Мы с вами сейчас поедем в одно место, оно называется Петерсберг, то есть гора Петера или Петерсов. Да. Чем это место примечательно? Ну, во-первых, там был сам Леонид Брежнев, Ильич. Дело в том, что это действительно находится на горе, там очень дорогой отель, очень дорогой, только для правительственных таких делегаций и прочих лиц высокого ранга, даже, скажем, высочайшего. Въезд туда платный, но благодаря тому, что вы уже хорошо меня поощряете за мои труды, вот я нашел как бы чем, куда, куда я ваши деньги вложить. Ну вот, я сейчас забрался, и мы поедем. Это, правда, не так далеко, но тем не менее надо ехать. И мы с вами поднимемся на гору, на эту, и осмотрим окрестности. Там открывается чудесный вид, ребят. Такой панорамный. Я постараюсь камерой не дергать. Кстати, те, кто спрашивал, чем я снимаю, это Canon Lingria Mini. Что-то около 300 евро, но я чрезвычайно ей доволен, этой камерой, просто чрезвычайно доволен. Она очень компактная, она очень хорошая,
нее хорошая, там стоит камера, широкий угол, есть поуже. И у нее несколько способов записи звука. Вот сейчас она автоматически давит шум в машине, допустим, хотя он не такой большой, но она все равно давит его. И тем самым, конечно, повышается размер файла в разы. Но, тем не менее, звук не забивается. То есть эта камера была создана специально для блогеров. У нее поворачивающийся экран. Ну, кто хочет посмотреть ее точно, у меня где-то, по-моему, была презентация ее. А если что, ну, я могу дать ссылку внизу под этим видео. Хорошо? На Амазоне где-то я видел, она продается. По-моему, сейчас уже дешевле, чем раньше. Я ей пользуюсь 2 года. Чрезвычайно доволен. Она пару раз падала, и тем не менее корпус жесткий. Все хорошо, и снимать ей одно удовольствие. Итак, мы сейчас с вами сворачиваем в сторону Кёнигсвинтера. А именно там и находится эта гора Петерсберг. И здесь мы с вами как-то уже ездили, поэтому я включу уже на пропускном пункте. Договорились? Пока. Вот эта гора прямо перед нами. Там наверху развивается флаг. Я очень надеюсь, что это не флаг Европы, а по-прежнему флаг Германии. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим. Да, флаг висит немецкий, слава богу. Еще не совсем чеканулись. Так, ну вот мы сейчас с вами будем подъезжать. Уже указатель появился, Петерсберг. Здесь 50 кончилось. Стоит вон радарчик. Ну, поехали. Сейчас главное не пропустить нам тут въезд. Так. Вот нас встречает. Алло. Так. Was kostet jetzt? 3 Euro. 3 Euro, ja. Das war früher 2,50 Euro. Jetzt ist das ein bisschen mehr. So ist das Leben, ne? Ja. Okay. So, einmal für Sie. Ja. Na, komm raus. So. Und okay. Vor zurück. Wenn Danke. Sie jetzt raufkommen, fahren Sie ganz geradeaus durch. Ja. Bis hinten unter den Bäumen. Okay. Dann sind Sie direkt am Rhein. Sie, der Biergarten macht nachher auf und können da oben spazieren. Okay. Weil wir hier im Umbau sind und dadurch auch ein paar Parkplätze weniger haben. Ne? Ja. Immer geradeaus. Immer geradeaus. An dem Hubschrauberlandeplatz vorbei, da ist jetzt aber ein Containerdorf. Aha. Also kann man nicht mehr. Und da geradeaus kommen Sie unter die Bahn. Okay, danke. Вот дядя мне рассказал, что надо все прямо и прямо и прямо и прямо ехать. Ах, велосипедист. Ой, блин. Бедолага. А здесь не его и обогнать нельзя. Он так же пялится. Вот все. Так. Он говорит, этот дедок сказал мне, что надо ехать прямо и прямо и прямо, там что-то с парковками. Но говорит, он плохо понимать его трудно. Ну, гора не особо высокая, поэтому мы сейчас быстренько с вами туда торопиться не будем. Здесь очень резкие повороты. Зачем нам внизу ничего не нужно? Мы и так сверху посмотрим. Но проасфальтировано хорошо. Ни ямочки, ни бугорочка.
Еще бы здесь ездят черные бронированные лимузины. Ясно дело, что будет все окей. Так. Ну вот, мы почти поднялись. Так, на гору. В том-то и дело, ребят, что следующую неделю каждый день дождь. Каждый божий день дождь. И поэтому подумал, что вот те редкие дни сейчас, когда погода хорошая, мы с вами поднимемся на самую верхотуру. Ну, это почти одна из самых высоких точек Семигорья нашего, на Зибенгеберге. И поэтому с нее будет хорошо все видно. А вот назад катить на велосипеде здорово, мне кажется. Шлем он зря не взял. Так. Что-то мне раньше казалось, дорога короче. Так. А тут я смотрю, так это и крутенько стало. Осторожно, пешеходы. Ага, это значит, мы уже приехали. Отлично. Теперь надо найти парковку, где дальше и дальше и дальше ехать. На месте мы? Слалом, слалом, бэби. Правда, мне раньше казалось, что тут побыстрее мы заезжали. Может, гора была пониже? Так, все, приехали. Начались тут дорожки 10 километров, да? Хорошо. Так. Что они говорят? Если так платят, то нам не надо для гостей. То есть мы поедем дальше. Парковки начались. Так. Окей. Хорошая парковка. Камни. Так. Здесь тоже все занято. Ну, последуем совету. Прямо и прямо. Ну, что-то он еще говорил про какой-то контейнер. В принципе, можно и здесь встать. Почему туда будем ездить? Вот встанем здесь, да и все. Никто нам ничего не сделает. Ну, веди меня, мой верный пес. Насколько я помню, где-то здесь должны быть смотровые площадки. Но уже и сейчас будет видно. Ой-ой-ой-ой. Я Кёльн вижу. Такая погода сегодня хорошая. Вот там, ну, здесь вы не рассмотрите, слишком мелко. Там есть этот собор кёльнский высотой, очень большой. И вот я его отсюда вижу, он в том направлении. Так, ну, для вас, наверное, оптика не возьмет это. Мы с вами приехали в воскресенье утром, и есть шанс, что нас никто здесь не будет бодать, туристы. Когда я думал о том, что буду делать панорамы летом, я как раз вот думал об этом. Вот посмотрите, сейчас я сделаю поближе и совершенно медленно проведу, чтобы можно было видеть.
панорама, конечно, впечатляющая. Ну и как вы видите, горизонт искривляется, значит, земля круглая. Давайте еще вот отсюда посмотрим. Я стараюсь совершенно медленно двигать камерой. Ну, я вам скажу, панорама захватывающая. Правда, осенью она красивше, ребят. Честно, она красивше. И вот, к сожалению, я не могу увеличить, но вот там есть провал. Озеро глубиной 50 метров. Вон оно. Нет, один автобус стоит. Значит, туристы где-то здесь шарахаются. Так, реставрация идет. Вот этот отель. Вот этот отель. Ну, мы зайдем с фасада, наверное. Это его не фасадная часть. Давайте пройдем туда подальше. Посмотрим, куда Брежнева возили. Обидно. Хотел показать вам красивый отель. А получилось, приехали мы на стройку. Но все равно кое-что увидим. Кстати, вот эта капелла тут, или небольшая церковь, здесь происходит венчание. Вот она. Вот так выглядит этот отель. Ричард нас ведет в сам двор. Не знаю, если охраны нет. А, ну, главный вход все-таки они еще не строят. Вот, кстати, флаг. Люблю я его. Этот флаг я не люблю, терпеть не могу, европейский. А этот, да. Для меня не чужой. Так. Вот он как выглядит, Петерсберг. Гранд Хотель. Санкт-Петер. Ну, все-таки Петер. Петр. Короче говоря. Петр. Святой Петр. Летят. Okay. Вот это тоже один из главных входов. Кстати, интересно, что здесь стоит машина для гольфа. Да? А где они тут играют в гольф, или это электромобиль какой-то для сбора чего-нибудь? Интересно. О, 220-й Мерседес. Ага. Свадебный кортеж, что ли? Ну, давайте посмотрим поближе. Сюда. Ричард. Тут единственный кратер будет нам дорого. Единственная царапина будет дорого стоить. Ну, вот такой он, да? Кёльнский, кстати. Из Кёльна подъехал. Ну, давайте еще отсюда посмотрим. Формировка кругом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Здесь мы посмотрели. Пойдемте дальше. Вот так. Скорее всего, здесь разные номера есть. Так. Для просто богатых и очень богатых. Ну вот, пожалуйста. Какой Мерседес стоит их служебный. А тут я даже не знаю, что это такое. Что это такое? Ламборджини стоит. Знаете? Просто Ламборджини стоит и все. Ну, создается такое, что Ричард хочет здесь где-то кучу наделать. Ричард, не надо это делать, это дорого мне будет. Ну, у меня с собой мешочка, как всегда, если что, берем. Тихо, тихо, спокойно. Воздух, ребята, не описать. Жалко, что нельзя на видео передать, но не описать. Как будто вот в сибирском лесу я сейчас в сосновом бору. Так, ну пойдемте на террасу теперь, где кафе. Так, ну Ричард решил все-таки присесть. Ну да, как быть в таком месте и не отметить, да? Чудно, молодец. Ну, вот эти портики
какие-то, напоминают мне греческие. Тоже нравится мне очень. Ну, короче, пойдем посмотрим поближе, что там. Там какая-то дева черная сидит. У тебя свои интересы. О, Господи, с тобой только ходить-то достопримечательности смотреть. То есть вот, сидит какая-то дева тут у нас. Так. Отель огромный, честно говоря. Так, играет на флейте. Хорошо, что играет на флейте. Ну, а нам вот туда. Там что-то тарелка стоит в кустах. Ричард, сделай красивую стойку. Ричард! О, вот так, выбодрись. Фотографировать хорошо такую собаку, вот так. Не, ну, прям досадно. Все исковыряли. Кругом контейнеры стоят. Прям обидно, что еще и деньги берут за это. Это для посидеть кружочком так это. Ну, нам не это важно. Отели мы посмотрели. Сейчас пойдем кафушку посмотрим. Вот, раньше вот это была смотровая площадка. Можно было туда подходить и спокойно смотреть панораму. Ну и сейчас я вам скажу, что отсюда мы можем посмотреть панорамочку. Там вдалеке находится Драхенфельс и замок. Мы как-нибудь туда съездим. Уже осенью, когда будут красивые цвета. Там вдалеке обсерватория, огромный шар такой, огромнейший. Я когда-то там проезжал. Сейчас попробуем снять поближе, если, чтобы вам повиднее было. Вот такая огромная панорама. И вы видите, что по Рейну, в принципе, населенные пункты не кончаются, не кончаются. То есть один переходит в другой плавный. Это вам не Бавария. Мне кажется, Ричард опять примеряется. Помните, у Гриффинов Брайан, собака, он полез на Эверест вместе с хозяевами. И когда Стю его спросил, зачем тебе это надо, он говорит, я буду собакой, которая пописала выше всех на земле. И все собаки будут мне завидовать. И когда он на пике Эвереста это сделал, там такой внизу вой поднялся. Может, Ричард тоже надеется на это? Зря Ричард. То есть 1189 пришли сюда 12 монахов. И под управлением аббата Хермана. И здесь создали свой конвент. Только немножко годов позже. Куда-то, а, они еще в долину спустились. А в 1980 году эти руины-то и откопали. Так, давайте по ним пройдемся. То есть вот древние стены, которым почти 1000 лет, ребята. И мы по ним ходим. А здесь люди, 12 этих самых монахов, понимаешь ли, из женщин жили цельниками. Ричард, из тебя сюда затянуло? Ну, пойдем. То есть ничего такого достопримечательного, единственное, что вот откопали фундамент. От стен, наверное, уже ничего не осталось. Поэтому вот это была последняя достопримечательность, ребята. Что я вам скажу? Осень постепенно заявляет свои права здесь, да? Видите, уже вот аллея желтая наполовину, красивая.
кстати, а вот и тут велосипедист приехал. Ну, тому что? Весь запыханный, но зато здоровье, здоровье же. Ричард, подожди, там машина едет. Секунду. Так вот, ребят, мы сейчас с вами пойдем на свою стояночку, заберем ласточку и поедем с вами домой. Если по дороге будет что-то интересное, я включу и покажу. Договорились? Товарищи рыжие морды, занимайте места согласно купленным билетам. Стоп. А то я смотрю, у вас мохнарылость сильно повысилась. Вперед. Окей. Оп. Оп. О. Вот так. Ложимся. Пристегиваться не надо. У нас здесь сетка стоит. Ну все, мой дорогой. Мы поехали домой уже. Все. Гульки закончились. Вниз катиться, конечно, веселее. Что там говорить. Ну вот, дорогие друзья, мы подъезжаем с вами к Бону уже. Будем проезжать любимый мой мост, который ведет прямиком домой. И я надеюсь, что вот такая покатушка вам понравилась. Если видно, вот там мы были в ресторане. Вот там высокие здания, если видно, ну, солнце светит, наверное, не видать. Мы скоро с вами весь Бон будем уже узнать как свои 5 пальцев. Ну и, как я сказал, если будет возможность, хорошая погода, то осенью мы с вами скатаемся еще на Драхенфельс. То есть гору драконов, скала дракона. Да. Там очень красиво тоже. Поэтому оставайтесь с нами. Будет интересно и весело, я надеюсь. А на этом я с вами прощаюсь. До понедельника. В понедельник, возможно, мы будем с вами уже снимать зимний натюрморт. Так что, ребята, готовьтесь. Пока.